Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами готовим очень вкусный салатик из молодых кабачков. Посмотрите, какие они хорошенькие, маленькие и очень вкусные. Не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписаться на мой канал, чтобы ничего вкусненького не потерять. Нам понадобятся молодые кабачки, руккола, брынза и для заправки лимон, соль, горчица и оливковое масло. Сейчас мы с вами берем наши молоденькие кабачки и нарезаем их на очень тонкие кружочки. Кожуру не снимаем, потому что кабачки молодые, она очень тонкая. Чувствоваться в салате она не будет. Толщина кружочков должна быть примерно такая, то есть они достаточно тонкие и мягкие. Теперь мы берем наши нарезанные кабачки и складываем их в какое-нибудь глубокое блюдо и засыпаем солью. Кабачки с солью перемешиваем и даем им постоять при комнатной температуре, ну, примерно 20 минут. И пока кабачки у нас стоят, мы с вами приготовим заправку для салата. Лимон режем на две половинки, и потом мы будем из него выжимать сок. Теперь достаем косточки, которые у нас нападали, пока мы сок выжимали. Добавляем к лимонному соку горчицу и оливковое масло. И теперь все это дело очень хорошо перемешиваем. Заправка у нас получается довольно кислая. Если вы любите послаще, то можно добавить в нее немножечко меда. Ну, примерно одну чайную ложку. Кабачки у нас постояли, дали влагу. Теперь нам нужно их промокнуть бумажным полотенцем. У нас все готово для салата, теперь берем какое-нибудь красивое плоское блюдо или салатник и начинаем его собирать. Первым слоем выкладываем наши кабачки. Дальше кладем рукколу. Так вот хаотично, как-нибудь, чтобы красиво получилось. Вот так вот. Теперь поливаем салат заправкой. И на последнем этапе мы с вами покрошим брынзу. Ее можно, в принципе, порезать кубиками, но гораздо проще раскрошить ее руками.